рада снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре Б-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите, где мои манеры? Президент Майерс, я хотела сказать, конечно же. Примите мое почтение. И, кстати... Ламина приветствует, дорогие друзья, с вами Эл. Продолжаем прохождение Cyberpunk 2077. Мистер Гарчик, всю ночь, каждую ночь, твердое тело для твердого духа. Добрый вечер, Найт-Сити! Добрый вечер! Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакт. Спасибо. Дебаг дала вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии. Дальше не дали нам дочитать. Ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуйся. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня... Конечно, хорошо. Телешоу, все дела. Оу. А, да блин, девочки. Опять ворот заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Бу. Справедливо, что я могу сказать. Дом, милый дом. Время меняться. Подойдите к зеркалу у себя дома или в любом укрытии и выберите вариант изменить внешность. Я внешность менять свою не буду, меня все устраивает. Тут можно всякими вещами посмотреть. Душ принять можно. После тяжелого трудового дня нужно обязательно принять душ, чтобы расслабиться. Все, душа хватит. На сегодня хватит душа. Кстати, прикольная хата. Это все мы с собой возьмем. О, мама мия. Это же пушечки. Это наш тайник. Защищенное хранилище, доступно во всех убежищах. Вау. О, у нас есть катана. Я думаю, катану мы заберем. Куртка школы волка. Это, кстати, вот эти вот снаряжения нам дали. Куртку школы волка, футболку школы волка. Всякие Galaxy и так далее. Это нам дали за то, что у нас есть Ведьмак 3. Поэтому нам вот это все и дали. Давайте оденемся, почему бы и нет. Так, как нам это все одеть? Рюкзак. Должно быть снаряжение. А, оно уже используется почему-то. Это нам, в принципе, ничего не нужно. Штаны оставим. Есть катана. Катану мы назначим на вторую ячейку. И из пушечек посмотрим, что у нас есть. Есть вот такая, это неплохая пушка, которая по качеству опережает гораздо больше другие пушки. Поэтому остальное, я думаю, мы разберем. Это поставим на первое место. Это поставим на второе место. И катану поставим в третий слот. Получается все. Можно идти спать. Кстати, как я выгляжу? Можем посмотреть. Мы надели наш наряд волка. Вот он. Красавчик. Только почему-то я не вижу, что на мне не одета, что ли, футболка. Да нет, используется, почему нет?
Утро вечера мудренее. Проснемся и пойдем дальше покорять Найт-Сити. Кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Я уже переоделся. Так чего ты стесняешься? Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа у Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. До связи. Для меня твое слово дороже любых денег. А, ты так говоришь, потому что у тебя нет денег. Привет, Ви. Это Реджина Джонсон. Говорят, ты ищешь работу у Уотсоне. А я как раз по этой части. Если хочешь применить свои навыки по назначению, глянь мои заказы. Справишься, выдам еще. До связи. Нам уже дают задание. Привет, Ви. Хороший день для пары раундов. А, здорово. Пойдешь? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу, засранец. Даже интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Айда? Почему бы и нет? Давай попробуем. Легче на ногах? Голова. Разомнемся. Контратака. Мы пока побеждаем. А он шустрый. Ну ты лупишь прямо как так. Не думал профессионально заняться. Я могу тебе устроить пару боев. Что скажешь? Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Керезников хорош. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Ну, понятно. Я буду надрываться, а ты Эдди грести. Но надо же мне как-то вертеться. Зато я тебе говорю честно, как есть. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь – получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. В принципе, можно поучаствовать. Почему бы и нет? Но потом. А это тренер нам уже отправил.
это я хочу посмотреть. Какой-то носитель есть. Вступление. Энергосфера в безвыходном положении. Иринейцы захватили почти половину города, а их технокрысы обратили большую часть жителей в зомби. Выжившие укрылись на энергоарене. Но их осталось слишком мало, чтобы дать отпор захватчикам с планеты X. Однако, когда уже кажется, что поражение неизбежно, в городе появляются два легендарных наемника, пропавшие при загадочных обстоятельствах много лет назад. Оставляя за собой клубы сигарного дыма, Доктор Хаус и Рейден выкашивают один отряд врагов за другим. Кто может остановить качка с лазерными пушками и его вспыльчивого приятеля, способного превращаться в разумное облако радиоактивного газа? Охренеть. Открою секрет. Пока что никто. Роуз, Тенерио и Мартони. Элиазар приглашает нас в мир видеоигр. Понятно. Это, видимо, какие-то игрульки нам посвящают. Ну куда едем-то? Забрать пистолет, второстепенные задания. Не, а зачем мне это? Мне надо Джеки. Потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представления традиционных театров. А на арену мы пойдем в следующий раз. Фестивалю является корпорация Араса. И, что не может не удивлять, сама Ханака Араса сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Ну что, поговорим о вчерашнем? Почет. Заявки на расследование, полиция заплатит вам за помощь, заказы. Фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Который фиксер? Вот это вот? Нет, это не то. Эй, Джеки! Здорово! А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты прав. А вот Тибак... Она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Ха, да, Джек, еще какое. Декстер Дешон. Давно не слышал этого имени. Рассказывай, что ты узнал. Последние года два он не появлялся. На улицах говорили, что он на каникулах. Два года? Это изгнание, а не каникулы. Что он делал? Наверное, загружал в себя пиццу и наяривал на хардкорный верт. Главное, он вернулся и набирает новую команду. А мы свободны. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эсэй. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе.
Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезно. То есть выбора у меня нет? Дек, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. В принципе, понятно. Gracias a Dios. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Ну, ладно, хоть подлатал. Спасибо, мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Это она? Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Ну, ласточка моя. Куда едем? К Криперу? Эй, Эсса, не гони, а? Я ж только поел. Гнать, да? Я так и так собирался к Вику. У меня свидание. С Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вожу я так себе. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Там уже какая-то перестрелка идет. Я хочу туда. Обалдеть. Над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам. Вот это катана. Обалдеть. Вот это круто. Привет, Ви. Здорово. Доктор Вектор тебя ждет. Спасибо. Я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. Ну давай. Так, риперы, установка киберимплантов. Популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Класс. Вики, привет! Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? А у меня нет столько денег, 21 тысяча долларов.
Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Слушаюсь. Это будем импланты вставлять, да? Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Они сейчас новый глаз будет вставлять, получается, да? Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Обязательно с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Офигеть. Сейчас будем вставлять первый киберимплант. Это механические протезы, заменяющие ваши части тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. В 2077 году установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут провести только специалисты-рипперы. Так, что у нас есть доступное? У нас есть оптика. Мы можем поставить себе оптику Кироси. Улучшает зрение. Оптику мы поставили и можем поставить себе... Так, убери. Баллистическую сопроцессор какой-то. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический имплант. Система оружия позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Круто. Поставим. А я могу себе много чего поставить, кстати. Могу себе новую операционную систему поставить. Офигеть. Только она стоит дорого. А у меня столько денег нет. Я хотя бы это могу поставить. Просто ради интереса. Титановые кости можно поставить. Охренеть. Кожу другую себе поставить. Заземляющее покрытие, подкожная броня. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Это как будет происходить? Ты мне сначала объясни. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Как сам-то? Что нового у доктора Виктора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, то есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Вот так. Молодец. Приступим, по крайней мере, да? Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Прям на живую, что ли? Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Соскользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Офигеть, мне зрение убрали. Сейчас опять поставят. Что-то происходит. Как будто принтер печатает. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость.
Да вроде пока неплохо. Вот размытость чую. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Так, сканирование людей. Просканировать человека с помощью оптического киберимпланта, вы можете узнать о нем много полезного, насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нетранеру... нетранеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Теперь сканер. Это взломать получается, да? Так, просканируем. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но... в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Он что-то печатает. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Круто. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми, поэтому судьба зависит только от вас. Можем как шериф. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Вижу. Есть счетчик патронов. Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил пульсов. Считай, официальная проверка антивирусом. Только доктором, да? Вот потом такие доктора, прикиньте, будут, да? Вообще круто. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Иди. Покажи там всем. Только старика не забывай. Когда выйдешь там в свою высшую лигу. Спасибо, док. Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа. А это гасит 3/4 силы удара. Раньше было лучше? Так, ладно, нас там ждут. Джеки уже пишет, где ты там пропадаешь? Мы тут как бы на операции были. Котик. Сфинкс. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. Да, вообще на задание не ходи. Тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. А ты пока очищай свою карму, а я пошел. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Таннер. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно. Обезвреживание врагов. Это я знаю, нас на обучение научили. А что они там воюют? Вымогательница, банда, тигриные когти. Вознаграждение за нее есть. Это у нас патрульный. Это у нас тоже бандит.
Вы можете получить награду за обезвреживание преступника, объявленных в розыск полиции Найт-Сити. Вознаграждение будет зачислено на ваш счет. Че, попробуем? Полиция! Заодно испробуем новую катану. Некоторые действия идут вам на пользу. Вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире Найт-Сити. Зачем? Все. Готово. О, новая пушечка. Оружие с рикошетящими пулями. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас установлен баллистический сопроцессор, имплант. У меня есть. Имеется. Не отвлекай меня! Ну, кури, кури, чё? Я просто попробовал. Это я, пожалуй, заберу. Спасибо. Пойдем, нам надо на задание. Ух, хорошо. Можно, да? Йоу, мистер Ви. Рад Здорово. Встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Жестко. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мистер Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди, дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Декстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще 2 года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Ну как не проблема? Там, наверное, крупная корпорация. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найт-Сити их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку.
Классическая история. 2 недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто эта мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Хорошо, будь сделан. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь... Или смерть в лучах славы. До скорого. Философ, а? Джеки, я поговорил с Дексом. Гордится большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. А, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Хочу с этой банды начать. Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Так, вызовем машину. Так, Виктор Вектор. Привет, малыш, я тут подумал. Рваные футболки это хорошо, но для высшей лиги надо что-то посолиднее. На вершине мира ветер дует так, что мама не горюй. И себе не прощу, если ты в первый же день простудишься. В общем, загляни дома в тайник. Я в прошлый раз положил тебе кое-что пример. Мы даже можем отвечать. Нам еще Декстер Дешон зачем-то писал.
Мистер Ви, я решил немного подстегнуть твой интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхсекретную технологию, разработанную для богатейших людей планеты. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить. Скоро мы с тобой будем купаться в Эдди. Тут нас потерял уже. Хочу посмотреть, что у нас есть за навыки. Техника меня интересует. Можем создавать предметы. Здесь мы можем повысить грузоподъемность. Медленно восстанавливать свое здоровье в бою, уменьшать урон от падения и увеличивать свою выносливость. Реакция нам дает прицеливание, ускоряет и урон при стрельбе из винтовок. Интеллект. Вот интеллект тоже, наверное, прикольная штука. Вы получаете демон Тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты. Взлом протокола длится на 20% дольше. Блин, прикольно. Это надо будет отдельно поизучать, посмотреть. Так, поехали. Надо позвонить. На здоровье. Они все равно у меня в шкафу пылились. Я решил уже лучше подарить тебе, чем продавать за бесценок или выкидывать. Короче, если будешь их надевать, иногда я буду рада. Так как там говорят, ведь ты этого достоин. Так, телефончик. Да что такое? Что вы мне все пишете? Мистер Ви, хочу напомнить, что сумма в размере 10, это я не знаю, евро-долларов, уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Мальстрема. Помни об этом, когда будешь получать товар. Не поддавайся на шантаж, которым склонны представители этого прекрасного объединения. Спасибо за инфу. Так, нам надо позвонить. Позвонить сотрудник Цимельтеха. Спасибо. Так, сотрудница Мельтеха. Как ее звали? Мередит Стоун. Стоун, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! А там кого-то уже пытает. Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Ой. Хорошо. Так, мне поменяли. Я там сейчас как набьют лицо. Вот потеха будет. Интересно, можно будет еще машины какие-либо покупать? Вот это будет круто. Какую-нибудь новую тачку себе купить. Когда денег сделал, заработаем. Так, первый съезд. Получается, это этот. Водила из меня никудышный. Какие-то улочки все узкие. Так, встретимся сейчас с этой сотрудницей из Мелитеха. И посмотрим, какая информация у нее есть. Хватит мне сигналить. Я по правилам езжу дорожного движения. Все правильно, как и должно быть. Вот и я. Вот она. Вот и славно. Быстро ты подъехал. Мэридит Стаут, ты звонил, правильно? Так точно. Это я. Есть предложение. А, здорово, да?
думал, ты меня шантажировать будешь, пиздюк. Условия ставить? Давай свои условия! Успокойся! Я просто хочу поговорить! Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Это психованная. Один, как видишь. Это правда. Проверьте территорию. Какая-то психопатка. Тебе лечиться надо. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Кто это такой вообще? Я не знаю его. Первый раз в жизни вижу. О, у нас есть вариант кочевник. Не знаю я никакого Гилкреста. Это вон тот планктон. Это правда, они не знакомы. Хотя конвои мне грабить случалось. Я знаю, кто этим занимается. И я могу найти крысу. Просто смирись с тем, что я не тот, кого ты ищешь. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Какой-то грозный, а? Ну так чё? Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. А сразу так нельзя было? Заткнись. Чего тебе от меня нужно? Да так, просто поболтать. Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Давай. Сейчас денег еще заработаем, а? Серьезно? Знаешь, что, Стаут? Я внезапно передумал. Зря. Очень зря. Нам же выделили деньги, что мы заплатили. Так что нафиг оно надо? Я как-нибудь тебе сам разберусь. И тебя, и всех, кто под тобой ходит! Слышите, парни? Жестко. Она украла какого-то мужика, который оказался не тем. Нам сейчас будет, надо будет необходимо найти ту самую крысу, которая украла этот груз. Так, Джеки нас ждет. Надо к Джеки съездить. Блин, крутой город Найт-Сити, а? Маленькие улочки, ничего не могу поделать. Извиняюсь. Я не специально. Че сегодня у машины топит, а? Ну тоже такую хоть себе хочу машину. Какие-то заводские помещения, промышленный район, видимо. Вот и я. Рассказывай, что нарыл. Да капец, что я нарыл. Это что, Арч? Ё, какой красавец. Ну, и взял по дешевке после спасения той тёлки. Скажи-ка, как ты вообще наскреб на Арч? Даже подержанный.
Ну, что-то было, что-то одолжил, но мой пекинито. В смысле, оно же того стоило, скажи. Да, хорошая тачка. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали, до того, как он ушел на каникулы. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Ну, денег у меня нету, поэтому, я думаю, договоримся силой, да? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Хорошо. Ну что? Мудрые слова. Хромовый ад. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. А, хрена с два нас пустят. Где моя катана? Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Здравствуйте! Есть кто дома? Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Сейчас нам тут пиздюлей, наверное, вставят, да? Даже турели здесь стоят. Капец, охрана. Да, уютно тут. Пару фикусов поищу. Они хорошо подготовились. Это же бандиты, чё от них хотел? Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Еще и ловушки всякие. Представляю, как эти черви в ней копошились. Просканируем, кто это? Это Громила, банда Мальстрём. Разыскивается. Заходи в лифт, ты баран! Кто? Это ты там говоришь, да? Подожди меня, Ви, я иду. Да давай. Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. А где Дам-Дам? Быром. Ну хорошо, чё? Ваша территория? Дум-дум, да? Чё, будем разговаривать, нет? Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий Джек, глаз не... Просто сядь. Сам сказал, это их территория. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё ты там? Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Да не хочу. Кто что это? Это? Скан. Он нехило вставляет. Да он охуенный. Попробуй, не пожалеешь. Давай, не бзди. Так, я не пропагандирую, конечно, вот эти все. Но я попробую. По крайней мере, это все в игре. По
Полегче. Да вы наркоманы здесь все. А вот теперь поговорим. Эй, да. Он вот уже и бота принес. Болт. Модель НТ-0-Д-1-2. А Милитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Жестко. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Нормально. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Охрененно. Блин, вот надо было еще тихо прокачать. Да, мы его берем. А-а-а, очень хорошо. Так а что мы должны, да? Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Опа. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Ты что, оглох? Нет, я думаю. Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия бой, да? Простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жирдяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Жив. Опа. Еще тебя переживет. Давай. Просил передать привет. Поболтаем теперь, подумаешь, а? Над моим предложением. Пока. Понеслась, родимая! Понеслась! Сейчас мы всем покажем, ман. Так. Мастерка! У меня есть катана. Бля. Катана вообще крутая, а? Мерда! Нас отрезала! Круто! Работай, контроллер! Только побыстрее! Улучшение культового оружия и одежды. Вы получили культовый предмет и культовую документацию, которая позволяет повышать редкость этого предмета и значительно улучшать его показатели. Культовое оружие и одежду можно найти в разных местах на Найт-Сити. Благодаря уникальной особенности, их уровень редкости можно повысить, если у вас есть соответствующие компоненты и способности. При создании более редкой версии культового предмета предыдущая уничтожается. Надо понять, как отсюда выбраться. Подожди. Там доллары есть. Все наше. И боты контролем. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Я первый. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Фу, блядь, ебаное мясо. А, сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно. Так, у нас есть записная книжечка. Давайте, кому интересно, я вот так-то сделаю. Вы поставите на паузу и почитаете. Нет другого пути. Так, куда забираться? Это мы заберем. Куда нам? Круто, работает. Пошли.
Помонос. Нормально так заехали, а? Так, подготовка боевых устройств. Я уже вижу, что нам придется все просматривается. Осторожно. Все быстро. Кто там? Зачем прятаться? Будем воевать. Дробовик прямо. Огонь. Кто-то пытается меня хакнуть. Это другое дело. Вот так. Гранаточки, нам это все пригодится обязательно. Пистолеты. Это все равно возьмем с собой. Ты хоть знаешь, на кого залупаешься? Офигеть! Так, надо похиляться. Вот это бойня. Ближний бой самый лучший. Офигеть! Это не прыгнет. Да сколько вас там? Что-то вас не больно слишком много, а? Ой-е! Вот это кайф! Вот это бой! Так, надо наверх забраться. Чё там? Отсюда мы сможем пройти? Нет, отсюда мы пройти не сможем. Значит, по лестнице. Надо выбираться отсюда обязательно. Да, я сейчас тебе покажу пушку, которая у меня есть. Я тоже не виноват. Если вы свои шеи не бережете. Так, читаем. Я найду, это вопрос времени. Так, есть какая-то сеть. Срочно, ваше наследство, уважаемый господин или госпожа, меня зовут Санна Дауэс. И я представляю компанию ВТН... Блин. Я нашла ваш адрес в реестре клиентов голландского отделения корпорации Zeta Tech. Ваша фамилия совпадает с фамилией моего клиента, который трагически погиб в результате недавнего наводнения в Северной Европе. Прошу простить. Короче, какие-то официальные документы? Так, локальная сеть. Захватить удаленно. А мы можем их отметить.
О, мы можем взлом протокола сделать. А давайте взломаем. Е1С. Е9. А, мы что-то немножко накосячили. Правильно? Давай еще раз. Взломаем тебя. А можно просто замыкание сделать, да и все. Все укоротнет. Ой, никуда. Все, выйти, выйти. Назад. Понеслась! А как выйти-то? А, во. И вперед! Вот это хорошо. Чингада Мадре! Чингада, ты так чингада. Ты что тут сидишь? Я нормально? Не жалей никого, слышишь? Хороший влет был. Я сейчас бутыляюсь. Так, есть анализатор цепи. Кстати, тут можно всякие эти штуки брать. С трупов. Давай, Ви! Надо выбираться. А тут мы тут. Уже прилетели. Ага. Думал, мы больше не встретимся, да? Да. Наивный сопляк. Окей. И что теперь? Я бы проверила, что вы тут делали. Сражались. Сегодня я хотела наказать Ройса по справедливости. Мы его убили. Без тебя у меня ничего бы не получилось. Оставь себе болта, и мы в расчете. Проверить периметр. Спасибо. Отцепить район. Че приумно? Знаешь, нам пора, Эссе. Поехали. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Хорошая работа. Спасибо, Джек. Ты крут. Ну, ты тоже? А чё такое-то? С тобой все нормально? Да просто хотел. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие. И обмыть это дело. Аллилуйя, Ви. Как дела на фронтах, мистер Ви? Отлично все. Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитиха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Я видел Стаут. И что? И мы с ней не сработались. Бедная Мередит. Наверняка ее вызвали на ковер после вашего неудачного свидания. Да как ты сумел убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Просто прищучил ты его. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвелин Паркер? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться.
Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Спасибо. Мы уже до 5 уровня добрались. Наставили здесь техники не проехать. Так, новое сообщение. Скоро наступит столкновение с реальностью, которая возвестит будущее этого мира. Общество Бартмосса. Никто больше нам не писал, нет? Больше нам никто не писал. Ночью, кстати, город выглядит гораздо круче. Вы не заметили? Прям как будто игра создана именно для ночи. Извиняюсь. Да я не специально. Я просто немножечко шалю. Так, мне еще надо прийти до туда в определенное время. Получается, оно сейчас не работает, да? Там закрыто. Привет. Котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый брейн? Не. Что тут есть? Что у нас есть? Девочки и мальчики твоей мечты. Актеры высшей синаптической лиги. Никаких подтасканных чуваков из порновирта и разгвозданных кукол. Авторский материал. Экстаз в чистом виде. Эмоции такие, что у тебя еще неделю сердце колотиться будет. Затем сюда и приходят. Продавать-то вы умеете. Это не реклама, а предупреждение. Мы-то готовы подстроиться под каждого. Просто не все выдерживают. Не хочешь попробовать? Индивидуальный подход? Это круто. Я бы попробовал. Почему бы и нет? Окей, только кстати, сначала пройдемся по правилам. Там стоит цензура. Значит, у меня, так за что несанкционированную запись различные вы не увидите. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей, дверь открыта. Развлекайся, малыш. Спасибо. Добро пожаловать. Какое миленькое личико. Да, спасибо. Это я. Открой. Открывай. Или все-таки закрыто? Ага. Понятно. Значит, мы едем домой. Ты заходишь или нет? У вас закрыто. Давай, заходи. Я зашел. Ну, тут закрыто же. Давай, заходи. Да я уже зашел. Отстань. Так, поедем домой. Где наш дом? Как понять? Так, киберпсихоз. Заказы различные. Может, второстепенное задание поделаем? Вот есть второстепенное задание. Вот есть, вот есть. О, вернуть Виктору долг. А, понятно. Заказной пистолет. Надо забрать. Пистолет-то заказной. Заодно домой заскочим. Ой, затор, пробка здесь. Дай проехать. Там уже на улице стреляют. Дом, милый дом. Открывай. Пойдем заберем наш заказной пистолет Уилсона. All night, every night.
Интересная у вас реклама. Ни чуточку не опошлена совершенно. Все так, как и должно быть, да? Ладно, показывай, что у тебя есть. Всегда рад. Где это заказное оружие-то? Так, здесь мы можем, в принципе... О, кстати, прикольный пистолет. Хаус называется. Это мы продадим, это продадим. В принципе, мы все можем продать. Нам особо ничего не нужно. Мне дробовик, пожалуйста, и пистолет оставьте. Можно выкупить, можно купить другое оружие. Хотя ничего интересного здесь не продается. Конечно. Эй. Как заказной пистолет у тебя забрать? Кого я вижу? Счастливого владельца новой пушки. Какой пистолет-то? Вот этот получается брать, да? Ага, понятно. Новый пистолет мы получили. Так, где был наш дом-то, а? Наш дом, по-моему, был где-то здесь. Компоненты валяются. А как понять, где наш дом? Быстрое перемещение доступно. Это нас не интересует. Вот и наш дом. Вы как хотите, а я на боковую. А с вами мы увидимся в следующей серии прохождения Cyberpunk 2077. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите своих друзей, будет весело и интересно. Всем пока-пока.